31 июля в поселке Кочекадзе Хангаласского Улуса потерялся мужчина. Известно, что он прибыл из Якутска в составе группы из 3 человек. Мужчины пошли в лес собирать грибы и ягоды. В результате один из них отбился от группы и потерялся в тайге. В настоящее время ведутся поиски человека, отрабатывается и криминальная версия. Сотрудники единой диспетчерской службы убедительно просят граждан быть бдительными в лесу, не ходить в одиночку и не отбиваться от группы. Составлена поисковая группа, прибывают спасатели, 5 спасателей с беспилотным летательным аппаратом, с тепловизором, 5 человек и кинолог с собакой. Это вот с Якутска, с нашего района, значит, с ОГПС 2037 у нас будет 7 человек задействовано, единица автомобиля с администрации Кочекадзе МО, Ирина Викторовна Аболкина выделяет. ГСМ обеспечивает муниципальный район. Хотелось бы обратиться к нашим гражданам. Если идете группой в одиночку, пожалуйста, не ходите. Обязательно не отрывайтесь от группы. Старайтесь быть рядом, в видимости, в зоне видимости. Окликайте друг друга. Одежда должна быть яркой. И особенно в темное время суток в незнакомой местности. Всегда ориентируйтесь. Или река, или трасса. Или хотя бы солнце.